удовольствием, как обычно, я представляю своих гостей. Вот сегодня на фамилиях остановлюсь. Очень мне нравится сегодня произнести ваши фамилии. Демидецкий, Западинский, Стахурский. Все враги народа, да? Да, вот вы понимаете, почему я это сделала. То есть я думаю, что один человек сейчас сидит перед экраном и думает, вот как бы... Осталось вести еще тройку судей на троих нас и стенки, да? Вот, журналисты, да, представляющие свои СМИ, бюро ТАСС в Республике Молдова, Коммерсант-Инфо-портал, Центр стратегических исследований и реформ, господин Стахурский, вам здравствуйте. Добрый вечер. Ну, добрый вечер. Давайте начнем с приятного. Я предлагаю начать с коньяка. Да. Да. Вот давайте вспомним, как это было. На прошлом эфире. Вот мы посмотрим на эфире, который предшествовал выборам. Да, вы прям как соведущий. Сегодня попросим режиссера показать это видео. Да. Я думаю, что все-таки как его, во втором туре победит Зелинский. А все разговоры о том, кому он будет служить, это покажет время. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Я бутылку поставлю, если Зеленский победит. Я тоже хотел бы такого. Но я почему-то думаю, что все-таки Порошенко проведут. Я с удовольствием вручаю бутылку Роберту. Я очень рад, я об этом там сказал. Роберт, это твой любимый коньяк, который ты пил еще с молодости. Мы, дело в том, что с Робертом друг друга знаем уже. Страшно подумать, 36 лет. Да. Нам приятно, что мы присутствовали при этом. Да, мы посредники. Да. Нечто вроде того. Хорошо. Давайте теперь...